Приморье отремонтирует 2 участка дорог на Арсеньев. Губернатор региона держит на личном контроле ход ремонта трассы. Первое, что осмотрел глава края, стал отрезок трассы Осиновка-Рудная пристань между Осиновкой и Ивановкой. Смотрим, как идут ход работ на трассе Осиновка. 3 километра дороги в грунте, которые они должны сделать, выровнять и заасфальтировать до конца ноября. Погода позволяет еще 10-15 дней. Это можно делать. Дорога имеет огромное значение. Надеюсь, что подрядчик выполнит свои обязательства. До конца ноября подрядчик должен привести в порядок также участок трассы Штыково-Ивановка-Ретиховка. Дорогой сейчас активно пользуются автолюбители для проезда из Находки в сторону Арсеньева и Хабаровска. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.